Смотрите, какие гигантские красотки целозии повырастали у нас на участке. Вот он, один кустик, вот такой огромный, пышнючий, просто огроменный. Это целозии кимоно. Сейчас покажем, в какой окраске они еще бывают. Не только просто красные, но и вот такие вишневые с красными листьями. А еще вот такие огромные оранжевые. Выглядят как целые такие огонечки пламени, как будто костерочки, разбросанные по участку. Секретов выращивания не так много. Целозия – это культура, которую не нужно прищипывать и не нужно стричь. Она плохо отрастает после стрижки. И очень любит азотные подкормки. Вот и все.